Доброе утро всем. Я там караулю газ. Там он стоит. Приехал. Хоть я и повесила пакет. Вернее, муж вчера повесил пакет. Нам надо, вот если хотите газ, вешайте пакет с своим номером квартиры. Там он висит, видите? Вот. И сколько вы хотите. Вот пакет. И вот продавец подходит, смотрит на это. И вам таким образом привозит газ. Что он там завтракает? Хотя у нас на той улице живет еще один продавец. Может быть, он на работу? Нет, он ко мне. Наверное, надо халатик надеть, а то я тут в таком неприглядном виде. Сейчас за ним подглядывать буду. Сосед вышел. Ну, как-то так. А он, наверное, уже посмотрел их, что мне нужно две. В общем, пошла я газ. Халатик надеть надо. Безопасность прежде всего. Намордник. Правда, я не знаю, сколько он стоит. Мало ли. Мне не трудно, но безопасность прежде всего. 24,60 за две бутылки. Нормально. Теперь нам до Нового года хватит. Мы газом пользуемся только для воды горячей. Поэтому вот так. Бама. Инга. Я не помню, здоровалась я или не здоровалась. В общем, всем доброе утро еще раз. Вот. Я уже отработала. Иду сейчас, поеду сейчас в Меркадону. Чарливаняки. Кое-что купить надо. Собака как гавкает. Ну, в общем, ой-ой-ой. Мамочки. Атакуют собаки. Там родственник, смотрите. Чарли, Чарли унюхал. Видите? Не плачь, пошли. Кругом родственники. Сейчас сестра приходила, тоже подстриглась, покрасилась. У нее сегодня дочка приезжает. Вот. Красоту навела. У нас сегодня хороший денек такой, но ветер холодненький такой прям. Осенний. Все, Чарли, поехали.
Ну что, красивая. У нас здесь магазин есть такой мебельный. Ну и мебель там на подушки, подушки продают. Ейск, по-моему, называется. Пойду, может быть, там обувницу посмотрю. Машину оставила внизу, всегда в теньке. Потому что вот в теньке-то хорошо прохладно, а вот на солнце прям жара. А у меня же Чарли внутри, поэтому... Поэтому вот так. Девочка, по-моему, русская была. Хотя, знаете, у румынцев тоже. Да, это да. Видите, такой магазин. Так, мебель. Вкусно пахнет деревом. Так, куда бежать-то? Куда бежать? Где посмотреть? Даже не знаю, куда бежать. Кровати. Мой Чучи вернулся. Ай, радость. Вот что я прихватила в Меркадоне. Хлеб, йогурт. Йогурт такой, сердечки. Ой, не сердечки, а куриный печень. Хочу тортик сделать такой. Но без сметаны, а с йогуртом греческим. Вместо сметаны и майонеза. Этот йогурт любит муж ночью есть на ужин. Пол ананаса вот такой взяла на десерт сейчас. Сельдерей. Куда без сельдерея, куда без супчика. Хоть мне осталось всего полкило, друзья, всего полкило мне скинуть осталось, но их же надо скидывать. Поэтому вот сельдерей взяла, яйца. Я хоть вот они брала яйца, но те будем кушать, а этим на выпечку там и на все дела. Кстати, я с рыбы хотела грибы, сейчас я их разогрею. Тут вчерашние грибы остались, это рыба какая-то мотает. Рыбу тает. Купила вот такую рыбу еще нам по куску с мужем. Какая-то вот Радахас де Тинторе какая-то. Не знаю, что за рыба, но вот выглядит хорошо, но вот она тает. Тает, тает, тает. Ну и вот кофейный напиток это мне на ночь. Ой, на ночь, на завтрак мужу вот такой дезодорант. Гель для душа, он вот такой любит с глицерином. Ну и все. В общем, как-то так. Суп мой уже разогретый, надо новый варить сегодня. Смотрите, как оно тает. Тает, тает. Такой кусман большой, а потом просто от него ничего не останется. Странная рыба. Очень странная. Что это такое? Так вот купишь большой кусок, от него потом ничего не останется. Вообще, смотрите, прям вода от нее тает вся. Рыба тает. Да. Ну ладно, посмотрим, что от нее останется. У меня сегодня подружка ко мне придет. И там снимает. Ой. 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 Вот, не вижу, не вижу. У нас тут вот этот рулон поставили, поэтому неудобно втыкать камеру. Во. Что-то как-то высоко. Вот так, хорошо. Придет подружка подстригаться сейчас. Вот. Кстати, надо мужу сказать, чтобы он не приходил. Сейчас приду, приду, приду. Мне нравится, когда я дома работаю, мне нравится это делать в одиночестве. Ну, знаете, чтобы мужской пол не мешался под ногами. Угу. Вот. В общем, пока она придет, мне тут надо супчик свой нарезать. Закончился супчик. Думала, та кастрюля будет последняя, но можно было бы уже и закончить с этим как бы супчиком, ну, знаете, до победной. Пускай полкило, но их надо добить. Поэтому не останавливаемся. Спрашивает, почему? Ну, дурак, что ли, а? Ну, почему?
Все объяснять надо, написала, потому что я парикмахер. Так, меня тут в комментарии, я почему-то комментарий не увидела, спрашивали, сколько в суп надо сельдерея. Вот знаете, сколько вам вашей душе угодно. Но чем больше, тем лучше. Вот, потому что сельдерея, он такой очень хороший жиросжигатель. Вот, и поэтому на ваше усмотрение. Можно вообще один сельдерей туда запихивать и кушать. Так что перчик туда. Морковочка. Перчик, морковочка, помидорчик. Помидорчик. Так, что еще-то? Какой-то полудохлый перчик. Его тоже можно туда. И все. Ой, у меня еще манго есть, представляете? А, лук туда еще нужен. А, манго достать надо. Да иди ты сюда. Манго есть еще. Но не про нашу честь сегодня. Съела этот ананас, блин, такой вкусный. Я бы его весь съела. Сейчас сама зажгла газ, представляете? А что делать? Он какой-то у нас раньше был другой квартире, и намного лучше. А этот какой-то не ахти, как-то совсем все по-другому делается. Ну ничего, получилось. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Мы же женщины какие, мы все моем. Я вот так вот, смотрите, убираю с сельдерея вот эти вот нитки. Они потом просто не очень жуются. Потому что я же суп такой делаю, как говорится, не то что полусырой, но чтобы вот овощи были такие хрустящие. И вот так вот, видите, делаю сельдерея. Одеколоном пахнет. Люди есть, даже его в сыром виде едят. Но мне как-то не очень. Мне его достаточно в вареном. Так вот, полкило еще скинем на этой неделе, и все. Самое сложное потом будет возвращаться к бытовухе. Я уже настолько привыкла вот так вот питаться, что вроде бы и нормально. Но дело в том, что я не хочу дальше быть еще худее. Вот, поэтому как бы с этим не будет проблем. Съел тортик разочек, и все. И опять ты толстая и некрасивая. Ой, ладно, буду резать, буду бить. Буду суп себе варить. И как раз будет время 4 часа. Я сделаю себе кофейку на виду и с кусочком тортика. Он в этот раз получился даже еще вкуснее. Кстати, вот тоже про крем. Вы знаете, он такой получается не как желатин, прям желатин, да? А получается такой какой-то кремовый у этого торта. Вот. Потому что как бы я вот такие дрожащие субстанции тоже не очень люблю. Например, как типа флана. Я такое не люблю. Чистое желе там с фруктовой могу еще поесть. А вот чтобы крема такие, вот, например, есть у нас торт 3 шоколада. Я его просто не люблю вообще никак. Потому что вот он там желе и вот это вот молоко. Это мне не нравится. А вот это получается именно такой, знаете, кремовый. Потому что агар-агар он все-таки не такой, как... Кстати, говорили, что такое агар-агар. Агар – это заменитель желатина. Только желатин сделан из животных, скажем, животного происхождения. А агар-агар сделан из водорослей. Вот, поэтому он подходит этим всяким вегетарианцам и все дела такие вот. И он совсем по другой субстанции такой получается. Не похож он все-таки на желатин. Как по мне, я один раз пыталась, знаете, что сделать? Мармелад из агар-агара, такая кака получилась. Вообще фигня-фигнёй, я даже не смогла съесть и все это выбросила. Я, по-моему, даже видео снимала с этим. В общем, такая херня получилась вообще. Так что некоторые... А вот этот вот тортик, именно он мне прям очень зашел. И вообще, и крем такой прям получался, как-то какой-то вкусненький. В общем, такие вот дела. Изгаляемся как можем. А что делать? Ну, что делать? Сегодня с сестрой тоже разговаривали. Она типа,
Ешь сколько, ну да, диета, диета, это же ешь сколько фруктов, сколько хочешь, побольше фруктов, побольше там вот это. Я говорю, не-не-не-не-не, говорю, побольше фруктов нет, это не диета, потому что, говорю, это же сахар. И салата много ешь, я говорю, тоже нифига не прошло. Диета это когда как раз мало ешь. Всего, чего тебе, как говорится, хочется, но мало, всего мало. Вот тогда вот да. А вот это вот овощи побольше, побольше фруктов. Угу. Вот я так летом питалась. Овощи побольше фруктов и 5 килограмм, ну не 5, 3 килограмма лишние. Да, только все мысли только об одном у меня сейчас, о похудении. Ну а что поделаешь? Не мы такие, жизнь такая. Смотрю в Инстаграм, там все на этом помешаны. Не я одна. Вроде зима, вроде все перед летом этим страдают. Так, ладно. Че я с вами буду вас загружать своей фигней? Буду суп резать и варить. Подружка не приедет, у нее там какие-то проблемы с автобусом. Мы договорились на другой день. Вот, значит, я пойду гулять. Потому что я говорю, если она приедет, пока я ее подстригу, времени на гульбу не будет. А сейчас вот, видите, позвонила, говорит, сейчас такое время, что автобусами проблема. И, в общем, вот так вот. Так, он тут сварился, и он, походу, убежал у меня немножечко. Потому что я варю таймер. Ну, чтобы, знаете, не забыть. Поставлю на 15, закипел 15 минут, и он сам потом выключается. Ну вот, видимо, хотел убежать. Еще у меня стирается машинка, пойду посмотрю и повешу белье. И пойду гулять. Да, Чарли? Бамалакай? Ой, батарейка садится. Пойду заодно подзаряжу, пока буду гулять. Батарейка будет заряжаться. Вот так вот. А я уже поставила ей стул, уже такая... Хорошо хоть это... Ну, не то, что хорошо, но ножницы, говорю, достану. Посидим, поболтаем. Хотела ее своим тортиком угостить. Ну, ладно. Он до понедельника, может быть, доживет. А может быть и нет. Посмотрим. Каждый день этим маршрутом хожу. Ветер какой-то поднялся. И вы знаете, не устаю. Не скучно вот мне идти вот именно здесь, к морю. Не знаю. Обычно там ходила, по той стороне и по полям. А сейчас просто к морю. О, вот так вот. Но у моря... Море есть море, я обожаю море, посмотреть, в общем, каждый раз, как думаю, куда бы пойти погулять, всегда иду к морю. Ну, может быть, когда-нибудь и надоест, но пока вот так. Прям какое-то дежавю. Кстати, медузу не вижу. Наверное, снесло ее морем. Сегодня такое, знаете, небольшие, ну, не очень. Вчера прям спокойно-спокойно было море, а сегодня не такое спокойное. И медузы нету. Нравится вам море? Я обожаю море. Вот прям вообще, прям кайф. Просто вот так постоять, посмотреть. Ну вот эту вот бездонную даль такую смотришь, и ничего там нет. Представляете? А на той стороне другой... Уже другая страна, все другое. Это удивительно, да? Вот так вот, если задуматься вообще. Скажешь, столько воды, это прям вот философия какая-то. Ой, испугался. Испугался, да? Поэтому я обожаю море. Больше, чем горы, больше всех. Вот из природы больше всего море, потом идет снег. Зиму снежную люблю. У нас, знаете, многие жалуются, что типа не добиться назначения к терапевту, там нет времени. Я все время нахожу. У меня есть приложение. Как это такое? У меня есть приложение, ну, оно везде там, да, вот именно где нужно, чтобы не идти в в поликлинику. Просто по приложению
записываешься к терапевту. По какому поводу хочу записаться? Прививку сделать от гриппа, друзья. Я каждый год делаю прививки от гриппа в течение, уже не знаю, очень много лет. Вот, а в этом году вообще ее настоятельно всем рекомендуют. И тут муж приходит, говорит, типа, я вот их еще не начали у нас делать. Вот, потому что каждый год прививки же мутируют от гриппа. И вот, согласно этой мутации, делают каждый год новые прививки грипповые. И поэтому они до октября еще не выходят в свет, скажем так. Вот, но вот сказали, что в этом году начнут делать в первой половине октября. Но вот муж сказал, что ему уже когда-то сделают. Вот. И я сейчас решила тоже записаться к врачу. Ой. И представляете, что-то сейчас вышло с моря. Думаю, дай-ка загляну, есть ли там, ну, время у моего терапевта. И бац, есть. Правда, на 22 числа. Но мне-то не к спеху. И как раз это вовремя, потому что сегодня еще 8 число. Еще слишком рано, как бы, для делать прививку. А тогда уже, может быть, будет уже вовсю ее делать. Ну, вообще, вы поняли, да, что я хотела вам сказать. Потому что я работаю с бабульками, я работаю, такая работа с людьми, то мне как бы ее, да и в этом году как бы не хочется, чтобы непонятно чем заболеть. Так что вот так. У меня даже муж иногда спрашивает, говорит, как так ты это постоянно себе бронируешь, скажем так, терапевта? Я говорю, да просто вот иду гуляю, раз зашла, нету там, да, времени. Через полчаса зашла, может быть, кто-то отменил, я назначила сама себе. В общем, вот так, говорю, у меня всегда есть время для меня. Правда, у нас сейчас по телефону терапевты принимают. Ну, если что-то надо, там, если что-то такое серьезное, то можно обратиться в скорую помощь, и там тебе это помогут. Тут что-то вот в траве все время шелестит. Я все думаю, либо змеи там, либо крысы. А это обычно бывают обычные птички. Но они меня пугают. Пугают. В общем, я пришла, зашла... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Вспомнила по дороге, пока я гуляла, что у меня, помните, я делала перцы в духовке. И вот они у меня остались, заморозки, я их замораживала. И хочу сделать завтра салат такой из баклажан с этим перцем. Баклажаны тоже муж принес. Вот я купила один помидор такой классный, он жалко даже его запекать, но надо. Луковица, чесночок, все это отправится сейчас в духовку. Вот, что-то мне жалко этот помидор, может, у меня какой-нибудь тут полуротный есть. Маленький вот такой, что-то прям какой-то он прям слишком вкусный. Не буду его. Тоже вкусно будет. Купила вот столько укропа, вроде бы ничего плохого, представляете? Когда надо было, вот прям очень надо было укроп, не было, помните, на той неделе искала, а в этот раз спокойно вот он лежит. Пару яблок вот купила вот таких и две хурмы. Думала, она спелее, чем моя, но что-то они, знаете, как будто одинаковые, в общем, не спелые. Ну ладно, пускай спеют. У меня, я сегодня хочу все-таки, черемуха, кстати, поспела, но она такая калорийная, что на ужин совершенно не идет. Я хочу на ужин помелу, ой, что я вам там снимаю, помелу хочу порезать, вот, и поужинаю, сейчас пойду белье повешу, укроп помою, в пакет положу, в общем, это в духовку, в общем, все путем. Так, друзья, так уже готово, еда на завтра у меня, супчик мой, а пока мой ужин, ну, я грейпфрут съела. Там такая кожа, смотрите, там вот столько грейпфрута. Я пошла в душ. Чарли, ты кушать будешь? Кушай, кушай, моя рыба, кушай. Я ему насыпала покушать. Я пошла в душ, приводить себя в порядок, мыться, смывать красоту. Буду с вами прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.